Відкриті тренування з боксу на березі моря вже стали доброю традицією. Спортивне літо в Одесі триває завдяки Федерації боксу Одеської області, найспортивнішому університету Одеської юридичної академії та Міжнародному гуманітарному університету. Цього разу на пляж 13-ї станції Великого фонтану прийшли понад сотні юнаків, серед яких, можливо, майбутні чемпіони світу та Олімпійських ігор. Хочеться відмітити тісне взаємодійство наших університетів і Федерації боксу Одеської області, і те, що наша федерація вона зажила новий життя. Жизнью, когда появился новый президент Халид Мусаев, и такое количество событий, такое количество мероприятий в таком, знаете, взаимодействии Сергея Васильевича Кивалова, Халида Мусаева, Федерации бокса Одесской области, Национального университета Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета, оно именно и воплощено сегодня в таком, ну, безграничном количестве тренировок, безграничном количестве турниров, что говорит о том, что боксерская Одесса, она жива, она будет жить, и я думаю, что будет представлена на самом высоком уровне. Здесь мы видим и маленьких, юных спортсменов, которые, может, кто-то даже первый раз пришел на эту тренировку, и серьезных спортсменов, мастеров спорта международного класса, которые все вместе в одной приятной, дружной компании проводят эту тренировку. А нужно это лишь только для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни, занятия боксом в первую очередь, потому что это мужественный вид спорта, который воспитывает характер и дает настоящий мужской стержень, независимо там, от возраста и независимо от социального положения. Особливостью цього тренування було те, що його проводив відомий одеський боксер, засновник боксерського клубу «Абельбоксинг Джим ABG» Абель Хачатряна, також чемпіон України, кандидат на отримання ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо Цотна Рагава. Юні боксери уважно прислухались до майстра, який вже сьогодні є для них справжнім прикладом і спортивним орієнтиром. Сам чемпіон зізнається, вчити та тренувати набагато важче, ніж самому виконувати тренерські настанови. На самом деле тренироваться под руководством тренером намного легче, ну мне так кажется, чем тренировать. Это вот лично мое мнение, вот, потому что это совсем другая ответственность. Ты должен смотреть на ошибками, следить, смотреть. Ну, это как бы чуть-чуть другая нагрузка идет, как бы больше на голову. Вот. А тренироваться я люблю, мне нравится. С детства любил всегда спорт. Впечатление хорошее, потому что реально люди хотят вот на эту жару хотят тренироваться, это уже приятно. Школа – это как первые шаги в боксе. Даже если ты опытный профессиональный спортсмен, по-любому надо этим заниматься всегда. Поэтому, чтобы и на жару, чтобы физически сильной нагрузки тоже не было, больше технические упражнения делать. Главной фишкой этой тренировки является то, что сегодня здесь присутствуют звезды украинского, а самое главное – одесского бокса. Это и Цотна Рагава, и многие другие. Это наш чемпион, который, мы надеемся и уверены в том, что через какое-то время завоюет лицензию на Олимпиаду и будет представлять нашу страну, а самое главное – наш родной прекрасный город у моря, на уже таком масштабнейшем, самом, наверное, главном турнире не только для боксеров, но, в принципе, для спортсменов. Підтримав спортсменів та взяв участь в тренуванні на березі Чорного моря чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов. Правило номер одно. Нужно тренироваться в первую очередь. А все остальное уже они будут получать собственным опытом и будут им приходить с годами. Там, и, естественно, там, благодаря как раз именно вот таким вот тренировкам, благодаря тренерам, которые работают с детьми. Любой начинающий там, спортсмен, мальчик там, или там, уже юноша, он должен видеть результаты той работы, к чему он должен стремиться. Да? Вот, и, ну, это хотя бы визуализировать те цели, которые он хочет получить. Ну и просто даже общение, опять же, опыт, на личном, там, личные какие-то примеры, которые я там, мои товарищи, которые там уже выступают в национальной сборной, они могут передать начинающим спортсменам, это они очень ценные на самом деле. Це вже друге відкрите тренування на пляжі. Кількість подібних боксерських заходів буде тільки збільшуватися, адже є попит, є учасники, в яких горять очі. Їм цікаво спілкування з видатними спортсменами та досвідченими тренерами. Найближчим часом відкриті тренування пройдуть на базі спортивних комплексів. Вторая тренировка. Да, это планируется все время делать их постоянно. То есть мы популяризируем, присутствуют различных спортсмены, как по боксу, как по тайбоксу. То есть здесь, помимо того, что люди где-то может, ну, понятно, что где-то делают обычные базовые упражнения, ничего сложного здесь нету, но ребята сдруживаются, становятся как одной семьей большой. В принципе, если куда-то едем, уже будут ехать команды, они каждый сам по себе.
Таким чином триває продуктивна співпраця Одеської обласної федерації боксу та провідних вишів країни, Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету, на базі яких незабаром також пройдуть відкриті тренування за участі капітана Національної олімпійської збірної з боксу Миколи Буценка. Нагадаємо, нещодавно в спорткомплексі Юракадемії відбувся перший вечір професійного боксу. Незабаром чергове свято боксу та відкриття спортивного залу Академія боксу, де проходитимуть безкоштовні заняття в рамках соціального проєкту. Це стане ще одним місцем підготовки справжніх чемпіонів.